И всем привет, ребят, с вами Мистиковый как Артур. Типа, эй, всем привет, друзья! Сегодня с вами, блядь, мистер Член, и со мной сегодня моя подруга, глубокая вагина, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт! Сегодня версия 2.1.0, и мы сегодня будем исследовать глубины пещеры вашей мамки! Поставьте обязательно лайк, не забудьте подписаться, на канал. Также спасибо всем моим подписчикам, я вас очень люблю, каратель спускается на дно, где находится канал Фостерса. Спасибо, спасибо, так, мы здесь видим сундук, я закрываю здесь, и я теперь могу начать дрочить. Нет, я не буду дрочить, я же хороший, я спускаюсь тоже на дно, давай, я спрыгну, ты сможешь, давай прыгай. Он не смог прыгнуть, он зассал. И как вот можно быть подписанным? Это же игра. Call of Duty Black Ops 3 это наследник Black Ops 2, которая по-честному одна из лучших представительниц этой легендарной серии. Невооруженным взглядом заметна огромная работа, проделанная над игрой. Абсолютно новые проработанные режимы, полностью переработанная физика, next-gen графика, не знающая конкурентов на рынке, которую удалось заполучить лишь благодаря новому и сверхсовременному движку. Заметно, как каждая последующая часть Call of Duty становится лучше другой. Пока что игра находится в стадии бета-теста, но этого уже достаточно, чтобы понять, что шутер получился великолепным. Как я, ваш покорный слуга, уже говорил, здесь есть абсолютно все. В этой игре нет ничего лишнего, она идеальна, а ведь это только бета-тест. А все немногочисленные недостатки обязательно исправят до релиза. Безоговорочно кандидат на лучшую игру этого года. Это же игра года! Куда-куда-куда! Это же лучшая игра на Аве! Нет. Я не похож на человека, который проходил службу. Мне там делать нечего. На службе скучно. Вот. А Мака, когда посмотришь, пожалуйста, написать или Очень сказать... наш, иже Йоси на небесех. Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Яко на небесе и на земле. Ну, хлеб что, наш насущный дашь нам днесь. Сестра, Аллаху Акбар. Сестра, помолчи, пожалуйста. А. Я не вижу смысла отрицать существование силы Божьей. Только что мы стали свидетелями второго пришествия Христа. Да. Да светится имя твое. Да светится имя твое. Я пытаюсь не смеяться здесь сидеть. Я... Ты понимаешь? Ну ладно, лучше не понимаю. Ну, с чего начать? Спасибо. Я, чувак, это... Подожди, это точно сумма-то? Раз, два, три. Да. Бодинока. Бодинока. Откуда они? Просто я Бодинока, это... Короче, чувак только что 10 тонн скинул. Бля, ты пиздишь. Я тебе это и говорил. Я не смотрела, блин, стрим. Чувак скинул 10 тысяч рублей только что. И написал: «Отче наш, иже си на небеси, да светится имя твое, да придет царствие твое, да пребудет воля твоя, яко на не...» Короче, и в конце он написал: «Аллаху Акбар». Я... Ну, это... Чувак, стань... Знаешь, вот, чувак, вот Бодинока, вот я на Ютубе часто видел нарезки моментов, где стримерам скидывают какие-то огромные суммы. И там они все орут, пищат, там, одной скинули 7 тысяч евро, она плакать начала. Я не знаю, что делать. Вот скидывая 10 тысяч, что ты хочешь увидеть? Ты скажи, я же сделаю. Серьезно? Нагнись. Штаны сними. Я тебя нагну, когда приеду. Вот, будешь много. А вот это уже очень интересно. Можно после стрима вот сидеть? Ну, в общем, я официально тебя называю вторым Иешуа Бодиноко 43. Это, чувак, ну, что я тебе могу сказать? Я тебе безумно много миллионов раз говорю спасибо. Это не первый раз, когда он скидывает... Ну, нет, конечно, первый раз, когда настолько много.
Но в этот раз это чересчур много, я прям реально, честно говорю, в шоке, серьезно. Это честно, мне знаешь что, вот мне приятно, что тебе было несложно скинуть такую сумму. То есть, значит, я делаю с Катей, Сережей, со всеми такие стримы, что люди вот так от нихуя готовы просто. Вау! Вот честно. Ну, я в шоке. Если честно, я до сих пор что-то Да, я сомневаюсь, тоже, кстати. что это не 1000. Нет, это 10 000. Я просто считаю, сижу нули, раз, да, их так много, что я прям растерялся. А, да уж. Тверка. Ребят, я не могу тверк. Вы что, издеваетесь? У него нету чем Вы мою тверкать. жопу видели? Какой тверк? Давай перейдем тверк. Какой тверк? Зови меня Зови бандиком. меня бандика. Мы О уже все боже, привыкли. еще раз. О боже, бандика. Бодинока, я уже просто Жесть, просто я в шоке. Чуваки, вы Кать, путаете. можешь постонать, пожалуйста, для бодинока? А что сказать-то? Скажи, бодинока! Ну Как его как? зовут? Бади Вока? Бодиноко. Нет, бандико. 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 Да, Бандико? плиз. Да. А и что сказать Бандико Ой, еще? ой, ой, пиздец. Крышечка, крышечка, Бодиноко. крышечка, Ладно, он крышечка, заслужил, крышечка, он крышечка, заслужил. крышечка, 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 Бандико, тихо, крышечка, тихо. крышечка, 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 Он крышечка, заслужил. крышечка, 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 Сейчас, крышечка, что ли? крышечка, Сейчас, крышечка, секундочку. крышечка, 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 Все. Дональд Дак, все. крышечка, крышечка, я Я говорю. надеюсь, ты теперь счастлив. Все. Крышечка. Все, Дональд Дак, ты насладился вдоволь всем. Я рад за тебя, Дональд Дак. Огромное тебе спасибо, чувак. Ты уже, получается, сколько там? Сколько? По-моему, 600 ты уже скинул, да? Ну, короче, до хрена. 881, да. Бодинока, короче, давай стани для моего Иисуса личного. Давай, стани, я сказал. Господи, Я да сказал, охуенно. стани! Давай, сука, начинай! Я тебя сейчас шлепать плеткой буду, если ты это сама не сделаешь. И можешь плакать, возможно, ему это даже понравится. Есть люди, которым это нравится. Давай. А так я не знаю, что сказать. Скажи мне, что Просто сказать. У кричи меня... Бодиноко, он тебя довел до православного оргазма, давай. Блядь. Блядь. Бодинок. О, да! Катя, остановись. Слышишь? Я не могу, Принесите мне не фен. могу, блин. А у тебя получилось! А у тебя получилось! Ой, боже мой, Катя, остановись, принесите мне. О, господи, тверк! Бодинока, я не могу тверкать, это позор будет, это просто позор. Вы понимаете, что это будет сразу везде в интернете, где я тверкаю? Не, ну нахрен. Вот, Катя, остановись, принесите мне фен. Чувак, я что угодно, но только не тверк. Серьезно, я тверкать, Вы но... путаете его с бананом. Да, то есть у Сережи, у него реально есть перспектива для тверка. У меня Да, у нету. него и мазаться, и, блин, какой-то смазкой анальной, блин, по роже, Да, понимаешь, что там. охренеть, он еще, охуеть. То есть, ну нет, ты говори, в принципе, то есть я в шоке с этого чувака. Ой, вот, что-нибудь адекватное предложите, что тверк. Я могу нахуяриться водярой в честь А, давай, бодиноко. знаешь, что ты сделал? У тебя же ведь У спортивный меня ж зал сзади водяра есть. Давай осталась, начинай точно. качать. Качать давай. Бухло стрим объявляется открытым. Кстати, чуваки, всех тех, кого не прочел, прочту. Там 20 минут вы ждете. Сейчас все будет. Все. Бухло стрим объявляется открытым. Сейчас мне надо выключить камеру, потому что я в трусах сижу. Каких трусах? Ты вообще трусы не носишь? Это же игра года! Куда-куда-куда! Это же лучший гранаты! Никогда не будешь ждать твоей смерти, чтобы потом после твоей кончины забрать у тебя наследство квартиру. Блять, ты, сука, мне вышмаркался прямо в лицо!